Канском районе двое местных жителей пытались украсть водонапорную башню высотой с трехэтажку. Сооружение находилось на территории одного из сельхозпредприятий и было законсервировано. По версии следствия, мужчины сначала спилили конструкцию с помощью специального оборудования, а вот разобрать на фрагменты, чтобы потом сдать их на металлолом, не успели. Очевидцы вызвали полицию. В результате злоумышленников задержали с поличным, а в машине обнаружили несколько железных листов. Теперь горе похитителям может грозить до 5 лет лишения свободы. По горячим следам, прямо на месте преступления были задержаны двое мужчин. Это жители Канского района, причем они пытались скрыться, но сотрудники полиции их задержали. Сами задержанные первоначально утверждали, что они якобы приехали на территорию заброшенного сельхозпредприятия, чтобы собирать грибы, но при них находилось газосварочное оборудование, которое, конечно, конкретно говорило о том, что эти люди явно грибами не занимались, а спиливали башню. Им удалось спилить эту башню, они начали распилить ее на куски, но были задержаны.